Июнь – время, когда студенты сдают последние экзамены, защищают дипломные работы и завершают свое обучение в вузах. В этом году Брестский государственный технический университет заканчивает более 700 выпускников. 57 из них были приглашены в Театр кукол, где прошла церемония чествования лучших выпускников вуза. Выпускается у нас более 700 студентов в этом году. В число ребят, которые заслужили вот такого отдельного мероприятия, попали несколько десятков выпускников университета, условно говоря, по 10 с каждого факультета, которые реализовали себя в учебной деятельности, в научно-исследовательской работе, в общественной активности. Это ребята, которые действительно с гордостью носят имя студента Брестского государственного технического университета. И мы уверены, с такой же гордостью и достоинством будут носить имя выпускника, молодого специалиста, далее специалиста нашего университета. Большое внимание уделяем взаимодействию эффективному, конструктивному с организациями, заказчиками кадров. А таких организаций, ну, если подсчитывать буквально, у нас наберется около сотни, но наиболее крупных и серьезных это несколько десятков. И действительно, из числа ребят, которые участвуют в данном мероприятии, подавляющее большинство распределены, либо сами, будучи студентами-платниками, идут на работу в организации заказчики кадров. Это такие организации, как Савушкин продукт, Брест-Облгаз, Цветотрон и ряд других предприятий, которые действительно показали и хорошую динамику в развитии, и хорошие условия для развития молодого специалиста, что немаловажно. Позади у выпускников остается длинный путь, полный радости и огорчений, победы, проигрышей. Но сегодня они интеллектуальная элита Брещины. Торжественные обстановки из рук руководителей вуза лучшие из лучших получили грамоты и благодарности. Студенты за отличную учебу и активную жизненную позицию. Их родители за достойное воспитание и содействие университету в формировании жизненной позиции будущих профессионалов своего дела. Имеет большое количество публикаций различного уровня. Активный участник профориентационной деятельности, представлял факультет на дне открытых дверей в РГТУ. Выпускное – это время сказать спасибо тем, кто был рядом, и попрощаться с родной альма-матер. И многие выпускники не могут сдержать трогательных слез. На самом деле печально и грустно от того, что этот этап жизни заканчивается. Вот даже сейчас уже слезы начинаются. Наверное, потому что этот этап жизни был максимально ярким. Я побывала в разных городах и даже странах. Для меня это было огромное путешествие и по-настоящему счастливый период. Поэтому я хочу выразить огромную благодарность, наверное, всем преподавателям, которые поверили в нас и заставили даже, и показали, как надо верить в себя. Поэтому вроде и классно, что врываемся во взрослую жизнь, но с другой стороны частичка вот этой вот еще детства маленького уже закончилось. Я собираюсь на самом деле остаться в Бресте, потому что за время обучения очень привыкла. Очень нравится город, люди. И я вот сама архитектор буду через пару дней дипломированный. Мне кажется, друзья, которых ты встретил именно во время обучения, самые верные. Я надеюсь, мы будем держать связь. Ну, наверное, многие разъедутся. Завершилось торжество традиционным балом. Последние минуты студенчества прошли для выпускников в красивом танце, в выпускном вальсе. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.